Да. Привет, привет, друзья. У меня одновременно здесь в телефоне тоже друзья, и в iPad тоже друзья, и поэтому везде друзья. Я просто хочу проверить, насколько теперь звук мы выровняли, насколько теперь у нас будет все удачно, потому что я собираюсь сразу теперь я... Ну, короче, завтра увидите, что будет. Завтра увидите, что будет. Да, я думаю, это будет неожиданно. Это будет приближение к формуле Фа. Я хочу, чтобы вы знали, формула Фа, она исходит из двух слов. Формула Фа, там формула автоматизации. Формула автоматизации начатого действия. Да, поэтому называется формула Фа. Ее нет ни в йоге, ни в медитации, ни в альфа методе, не в сильва-методе, но нигде нету в мире этой формулы Фа. Она по существу механическими движениями, она повторяет механизмы, бессознательные механизмы работы мозга при выборе человеком решений в условиях дефицита времени и неопределенности. Да, она повторяет, ну что человек суетится, когда пытается понять, как поступить, когда нет времени, а надо сообразить. И поэтому там специально осознанные упражнения, которые вы делаете, они очень простые, да, но они развивают как раз-таки креативность мышления, развивают творческие качества, поисковость, чтобы вы могли в любой ситуации быстро сообразить, что вам надо делать. Причем там так называемая многозадачность, то есть когда много валится на вас проблем, и надо быстро понять, что и как делать, а времени нету. Но для этого формула ФА. Формула автоматизации начатого действия. Поэтому там принцип такой. Но вы следующее это увидите. А сейчас я хочу сказать интересную вещь. Разрыв шаблонов. Что это такое? Ну вот мы научились, например, повторяются какие-то слова, повторяются какие-то слова. Мы читаем их, слышим. И у нас возникает определенное впечатление, что мы понимаем, о чем речь идет. Но если мы этот опыт не пережили, ну, если зуб у нас, например, не болел никогда, ну, мы не можем, даже когда кто-то нам рассказывает, что у него зуб болит, ну, да, болит, мы понимаем. То есть знакомые слова нам кажутся автоматически понятными. На самом деле, если ты этого не пережил, ты на самом деле полноценно понять этого не можешь. Поэтому мудрецы пишут какие-то слова. Ну, например, истина познается в состоянии мудрого равновесия. А, да, действительно, да, конечно. Мы согласны с этим. Потому что мы это слышали много раз. Равновесие, мудрость. Да, и мы сразу, да, истина. Вот сложили, истина познается. Да, ну, понятно, да. А на самом-то деле, что понятно? Ничего не понятно. Так вот, вопрос заключается в следующем. Там непонятно, что такое истина. Там непонятно, что такое равновесие. Там непонятно, что такое мудрость. Каждая фраза нуждается в определенном раскрытии смысла этого понятия. И когда ты начинаешь изучать вопрос, историю понятия, историю этого термина, да, очень много интересного открывается. Оказывается, вообще мало чего понятно. Поэтому увереннее всего, вот я даже вам афоризм сейчас сразу по ходу могу придумать, увереннее всего говорят люди, которые меньше всего понимают, о чем они говорят. Как ни странно. Поэтому они иногда бывают лидерами мнений, там, потому что они уверенно говорят. Вот если бы он вник в то, что он говорит, осознал это, осмыслил, у него бы появилась некая сомнительность, про которую Чехов говорил. Я по капле выдавливаю из себя раба. Потому что ему было, наверное, как-то так, он скукоживался, когда видел человека, который уверенно что-то говорит, а Чехов-то сомневался. И вот это ощущение сомнения, размышления, когда много вопросов, да, вот это и ставит их в неравные условия. Вот этот хам такой, он уверенный, да, ну потому что он меньше сомневается, он меньше думает, а этот больше думает, и поэтому в менее выгодном положении. Да. Ну а мы пытаемся раскрепощаться, и вот эта формула Фа поможет нам быть такими уверенными, потому что быстрее понимать ситуацию в условиях жестких временных ограничений. Это первое. Второе, что хочу сказать. Шаблоны. 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 Это что такое? Вот, допустим, мы привыкли к тому, да, и вдруг находится кто-то, новатор, который разорвал эти шаблоны,
вышел вперед, ну там, помните, и художники такие были, и поэты такие были, и физики были такие, которые старые теории какие-то отметали, создавали новые. Да, и вот спрашивали одного лауреата Нобелевской премии о том, как воспринимают ваши коллеги ваши идеи. Ну, они говорят, этого не может быть. А вот потом следующее поколение что говорит? А следующее поколение говорит, а как же иначе? Ну, то есть шаблон он разорвал, создал новое понимание. Теперь оно становится шаблоном и автоматически переносится на них. Они говорят, а как же теперь иначе может быть, кроме как так? Таким образом получается, что на земном шаре среди миллиардов людей, людей, которые живут во власти шаблона, и которые вроде понимают, что тот создал что-то новое, опять воспринимают как шаблон. На самом деле он сам-то не понимает. И поэтому людей, которые просто пользуются шаблонами, обмениваются информацией на уровне шаблонов, да, больше, чем тех людей, которые разбивают эти шаблоны и создают вот эти, проникают в эти истины. Например, одним из таких шаблонов является «надо научиться любить себя». Ну что это такое? Хотите, я вам смысл раскрою? Ну, все же переписываются этим шаблоном. Все женщины друг другу пишут, мужчины друг другу советуют, надо наконец любить себя и так далее. Да, а откуда это взялось? Я знаю эту историю. Вы тоже можете узнать и другие какие-то истории. Луиза Хей, когда ее достала вот эта жизнь, что ей надо постоянно ходить с этой улыбкой, потому что там не принято грузить даже соседа своими проблемами. Для этого нанимается человек, ему платит деньги, называется психоаналитик. А человеку нужно, вот мой дом, моя крепость, поэтому ты не должен ему нарушать настроение кому-то. Поэтому ты должен все время быть с улыбкой. Дежурная улыбка. Вот это ее достало, и она потом нашла себя. Я уже где-то об этом говорил в ролике, можете посмотреть. Там у нас на канале в Ютубе. Или в сайте «Стрессу» я говорил, можете посмотреть. Короче, она себя нашла в таком состоянии надрыва, что она вот в таком состоянии, в слезах вся колотила подушку, потом села, ее отпустила. Это один из приемов саморегуляции, кстати говоря. Да, ну там вы, когда будете, если новичок, поймете, что бой с тенью спортсменов, то же самое оттуда. Все это могут быть приемами саморегуляции, перебирая которых подбирая себе лично тот, который вам подходит, вы развиваете тоже креативность. А формула Фай развивает очень быстро. Короче говоря, она в этот момент, когда все у нее освободилось, она сидела и потом сказала всем, да, надо любить себя. И все начали повторять этот шаблон, да. И много наших женщин решили, что надо пойти туфли новые купить. Это, конечно, тоже помогает. Это тоже помогает, конечно. Вот. Но она имела в виду это. Да, что не находиться постоянно, как в чужой роли, в чужих ботинках. Надо сбросить это, почувствовать себя. И она это, когда сбросила, она это сказала. Теперь все как шаблон повторяют. Ну, я тогда смысл понятия вхожу. Я просто хотел сказать, что мы часто повторяем фразы, которые нам кажутся понятными, мы готовы ими постоянно делиться, да, не вникая в суть смысла. Не вникая в суть смысла. И поэтому сейчас и с коронавирусом такое. Вот сейчас мне звонил родственник, говорит, я сейчас в больнице лежу, я, говорит, коронавирус перенес, но он сейчас по другому поводу лежит. А он перенес там, когда жил в другом месте, перенес. Я говорю, а что ты делал, как ты лечился? Он говорит, ну как, я тебе список пришлю лекарств. Он мне прислал список, который ему назначил врач. Я, говорит, отказался от системы. Поэтому думает, выжил, у меня была пневмония. Да, у меня температура была 39,5 и так далее. Я две ночи, и мне врач дал нормальный список. Да, но я отказался от системы, и, короче, по этому списку я принимал лекарства, и через несколько дней я, говорит, выздоровел, и всем, говорит, так советую.
Да, сейчас, говорит, я звоню, у нас там в селении, говорит, там 50 лет или сколько это лет, пару человек уже за неделю от коронавируса умерли. А почему? Я говорю, как там получилось, почему они там, им систему делали или что? Так вот он мне сказал, слушай, вот сейчас, когда у нас в стране обучаются врачами, становятся, или еще кем-то становятся, в этом коррумпированном обществе, где нет образования нормального, где нет того ни сего. Ну что ты хотел? Ни индивидуального подхода, ничего. Шаблонами, шаблонами, шаблонами. Ну, конечно, я говорю, ну, короче говоря, вот что. А сейчас и хотят зарядить нас всех непроверенной вакциной. Мое мнение такое, непроверенных лекарств принимать вообще нельзя. Надо, чтобы было все проверено, все уточнено. И самое главное, не только побочные эффекты, но и отдаленные последствия. Потому что если сейчас врачей всех вакцинируют и педагогов всех вакцинируют, это же самое главное. Если они вдруг с катушек слетят из-за этой неправильной вакцины, непроверенной, а кто нас лечить будет? Это какая-то провокация получается, товарищи. Короче говоря, я вам сказал о шаблонах. Врачи должны соображать своей головой. Каждый человек должен быть мыслящий, думающий, и поэтому формула ФА развивает способность мышления, способность думать, решать много вопросов сразу. Это многозадачность. Вот. Будьте здоровы, пожалуйста. Будьте здоровы. Итак, друзья, готовьтесь. Мы начинаем следующее наше видео. Я надеюсь, в нашей школе человек будущего Homo Futurus. Люди мыслят не шаблонами, а хотят как раз-таки мыслить смыслами. Да, это очень здорово. Это то, что сегодня не хватает во всем человечестве. Я вам точно говорю, очень большой процент людей мыслит шаблонами. А мы должны мыслить своей головой. А подсказывать нам будет наше сердце. Да, загляните себе в душу, и вы поймете. А как, чтобы заглянуть, надо просто снять лишние зажимы, блоки, напряжение. Формула ФА вам поможет. До следующей встречи. И мы там начнем по кусочку ее выдавать. До встречи, друзья.